Костромские школьники Александр Муравьев и Дмитрий Арсеньев вернулись с бронзовыми наградами с Всероссийского конкурса технического творчества «Юниор-2013». Он проходил в Москве в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ. Конкурс научно-исследовательских работ среди старшеклассников проводится уже на протяжении 15 лет. Костромичи участвуют в нем второй год, и оба раза наши земляки вошли в число призеров. Состязания проходили в течение 3 дней. Костромскую область представляли воспитанники Центра детского творчества «Содружество». Ребята занимаются в объединении «Радиотехник». На конкурс школьники представили компьютерный проект управления токарным станком при помощи виртуальной 3D-модели. Благодаря ней рисунки, резьбы для определенной детали можно перенести на реальную заготовку специальным малогабаритным токарным станком. Его ребята собрали за 5 месяцев. В номинации «Информатика» костромичам удалось обойти около 50 конкурсантов со всей страны и получить бронзовые награды. Победы ждали, признается руководитель объединения «Радиотехник» Александр Шестаков. Но если победы не ожидать, то зачем вообще участвовать в конкурсах, зачем на них заявляться и туда ехать? Естественно, результат всегда ожидается, но когда он бывает хорошим, естественно, это еще большая радость.